Всем привет! Сегодня я к вам своими заказиками с AliExpress. Заказики были очень удачные, поэтому делюсь тем, что мне пришло. А первое, что покажу, это огромная упаковка вот таких вот пушистых ниток. Они очень мягенькие, приятные на ощупь. Они именно вот такие пушистенькие. Ссылочки постараюсь на что найду вам оставить. Но, в принципе, это все можно найти от разных продавцов. Видите, такая пушистая нитка выйдет. Я хочу сделать вот такие пушистые подушки. Очень приятные, видите, желтые, зеленые. У меня еще есть голубой, фиолетовые цвета. И даже не взяла все нитки, заказала много. Конечно, такие хорошие товары, они не бюджетно на AliExpress стоят, но они того стоят. Далее заказала себе вот такую вот сумочку. Она обалденная. Тоже не самая бюджетная. Где-то 200 гривен. Видите, замочек не идеальный. Но хорошо выглядит. В принципе, по-моему, только здесь на две кнопочки. И к ней идет вот такой вот стильный ремешок. Сейчас на весну, лето будет шикарно. В районе 300 гривен стоила такая сумочка. У меня конкретно хорошо прошита. Единственное, что на сайте она белоснежно-белая. Мне пришла, как вы видите, немножко такая сероватая. Так, нитку уберу. Здесь будет моя сумочка. Удачный супер приобретение. Далее заказывала три вот таких вот спонжика. Они в два раза должны увеличиваться, когда их намочить. И третий спонжик мне пришел в подарок. В таком вот стильном мешочке. Тоже все бюджетно. Что-то по 20 или 30 гривен один спонжик. Не знаю, какие сейчас цены. Пришло уже давно. Все, что вам показываю, проходило достаточно быстро. Далее заказала вот такие вот бабочки. Они идут на двусторонний скотч. Хочу вот такие красивые разные. Они пластиковые. Хочу украсить комнату ребенка. Дальше пришло несколько упаковок. У меня были баллы на AliExpress. Все показывать отдельно не буду. Если интересно, увидите в блогах на мне. Пришли вот такие вот цепочки. Двойные, тройные. Заказала себе сейчас носить летом. По-моему, будет очень красиво. У меня уже огромная коллекция сережек с AliExpress. Сейчас появилась вот такие вот серебристые, еще вот с месяцем разные цепочки. Дальше просто супер приобретение. Посмотрите, какого красивого цвета, как выглядит купальник. Не идеально подошел размер, размер в размер идет. У меня размер М и купальник размер М. Мне писали, что такой купальник у нас в городе стоит 1000 гривен. Его я заказала где-то за 220 гривен. Мне нужно было давно обновить купальник. И просто шикарно смотрится. Я в восторге, рекомендую. На тему купальника буквально в районе 100 гривен. Купальники на детей, на разный возраст. Но тут нужно читать отзывы, какие размера брать. У меня в ребенка размер, вот этот я брала на 4 года, хотя у меня Лиске 3 года. И этот тоже я, по-моему, брала на размер больше. Да, ну 3-4 года этот вообще получился размер в размер. Мы все мерили, ярко, красиво, у нас 200-300 гривен. Я заказала в районе, повторюсь, 100 гривен. Это очень хорошая цена. Много на заказывала Лиски. Я вам даже все не показывала во влогах. Разных заколочек, резинок. Вот таких вот обручей. Они очень бюджетно стоят. Красиво выглядят. На лето носить. Себе заказала кучу вот таких резинок. У меня уже есть разные оттенки. Очень красиво, стильно смотрятся с платьями летом. Куда-то на работу или на прогулку. Всюду будет очень красиво. Так. Далее пришел вот такой набор для Лиски. Это некоторые, которые самые красивые вам показываю. У меня точно такой есть, такой нежно-розовый. А здесь все в фиолетовых оттенках. Будем носить все лето.
такую красоту. У нас намного дороже брать такие резинки. Лизка случайно у меня в телефоне увидела вот эти резиночки. Я их отставлю. Вот такие вот зайчики. Потому что пока, как вы видите, огромная резинка, она нам большевата, но со временем будет нормально, очень мило, красиво сделано. И последнее, что вам покажу, это вот такие вот сережки. Повторюсь, сережек у меня невероятное количество. Если вам интересно, пишите, я напишу, сделаю вам отдельно обзор сережек с Алиэкспресс. Конкретно эти я планирую носить с белой рубашкой. Думаю, будет очень красиво и стильно смотреться. Вот такой у меня на этот раз заказ с Алиэкспресс. Еще много чего интересного идет. Если вам понравилось, вас пальчик вверх. Подписывайтесь, а мы увидимся уже очень скоро. Всем пока-пока!